Даша. И сегодня у меня новиночка. Это посылочка из Китая. Вот такая вот огромная посылка. Эту посылочку мне любезно предоставил интернет-магазин banggood.com. Ссылочка на этот магазин будет в описании под этим видео, а также в моей группе ВКонтакте. Вот такая вот посылочка, очень-очень большая. Давайте откроем и посмотрим, что же там пришло в этой посылке. Аккуратно открываем. Ух ты, это вот такой вот наборчик. Очень такой большой, красивый наборчик с резиночками. Вот такой вот он. Вот так вот он выглядит. Давайте освободим его от нашей пленки. Вот так вот легко мы с вами освободили нашу посылочку от пленки. Вот здесь вот очень много цветов наших резиночек. Они вот так вот аккуратно расфасованы в свои места. В этом наборчике у нас 15 тысяч штук резиночек. Здесь также прилагается такая картонка. Давайте откроем наш большой трехъярусный чемоданчик и посмотрим, что же у нас там идет в комплект. Какие цвета. Вот такие защелочки здесь есть. Аккуратно снимаем. Вот так. Ручка такая также есть. Вот здесь вот наши резинки разные. Это, я так поняла, такая инструкция. Тут на английском все написано. Итак, у нас здесь идут очень много крючков. 6 аж крючков мне положили. Потом рогаточка также голубого цвета. И вот такие вот разные украшения. Это такие подвесочки, которые можно цеплять на наши браслеты. Давайте я вам сейчас покажу, какие здесь у нас разные цвета и какие же мне здесь положили разные украшения. Вот все наши украшения. Итак, вот здесь вот входят вот такие вот украшения разные. Это у нас насекомые. Потом мне положили вот такие вот сердечки разные. И вот такие вот цветочки. Очень красивые две розочки, они мне очень понравились. И вот такие вот цветочки. Итак, давайте я покажу, какие цвета резинок всего у нас входят в комплект. Итак, открываем наши следующие яруса. У нас здесь вот такие вот очень классные замочки. Они очень крепкие. И также с этой стороны их нужно открыть. Это для того, чтобы отсоединять наши ярусы. У нас идут 6 пакетиков с вот такими вот крючками специальными, чтобы закреплять наши браслеты или какие-то фигурки. И мне положили аж целых 2 Monster Tail. Это очень классно. У меня один есть, теперь аж целых 3 будет. Вот такие 2 Monster Tail. Итак, на втором ярусе у нас здесь такие разноцветные резиночки. Розового с белым цветом. Потом голубые такие, вернее синие с белым. Потом фиолетовые с белым. Потом вот такие вот очень классные желтые с белым. Салатовые с белым. И вот такие голубые с белым.
Здесь уже больше белого. Итак, следующий ярус. В следующем ярусе у нас одноцветные резиночки. Розового, такого ярко-розового цвета, ярко-салатового, ярко-оранжевого. А потом вот такие голубые, очень классные. Такие сиреневые и черные. А на первом ярусе у нас шли вот такие вот цвета. Такие нежные. Такой нежно-голубой. Можно сравнить. Вот, если это такой нежно-голубой, как под прозрачный, то этот именно чисто голубой. Потом такой тоже нежно-розовый. Нежно-желтый такой вот яркий. Потом вот такой вот прямо очень-очень нежно-розовый. Потом вот такой вот нежно-нежно-фиолетовый цвет, очень мягкие резинки. И вот такой вот нежно-салатовый. Если здесь ярко-салатовый, то тут такой нежный. Мне этот набор очень понравился, также их можно менять местами, например, вот так. Можно, вот так вот у меня стал ярус верхний на самый нижний. Ну, давайте вот этот поставим наверх, самый. Попасть нужно вот так. И с двух сторон надавливаем и закрываем. И вот так также закрываю крышечку. И можно очень легко переносить наш такой чемоданчик. Очень красиво смотрится, его очень-очень удобно носить. Из этих резиночек можно плести разнообразные фигурки, а также браслеты. Мы с вами уже плели браслеты, а также плели с вами фигурку суши. Вот я вам хочу показать мои работы, которые я плела. Из резиночек. Это вот такой ам-ням. Вот такие вот двойные бантики. Такая вот бутылочка. Потом я также придумала вот такой вот наряд для моей любимой киски, стоячки. Вот такой вот. Я сделала ей такой бантик. Также вот такую вот жилеточку из двух резинок. А также мы еще с вами плели вот такие вот букетики. Вот такую вот кукурузку, бананчик. И вот такую вот бутылочку также. Огромное спасибо интернет-магазину banku.com за предоставленный товар. Мне очень понравился этот набор. И также на этот набор будет ссылка в описании под этим видео. Всем пока!